Сироте из «Авангарда» подарили квартиру. Ключи Лили передал министр социальной политики Андрей Рева. Осматривая новое жилье, девушка не смогла сдержать слез. Раньше в небольшой квартире она жила с бабушкой, тетей, крестной, двумя двоюродными братьями и сестрой. Жилье девушка ждала несколько лет. Очень долго. Но я рада, что не еще не 50 лет стою, а уже все. И так все это быстро получилось. Я очень благодарна. Ми запускаємо з наступного року державну програму по забезпеченню житлом дітей-сиріт. Таким чином держава нарешті підставить плече для таких чудових людей, які вже не чекаючи, поки зверху всі ми, так сказати, дійдемо до єдиної думки, роблять добру справу для таких дітей.